Приветствуем всех телезрителей, замерших у экранов в предвкушении предстоящего зрелища. Передать весь накал страстей сегодняшнего матча постараемся мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня, Георгий, нас ожидает очень интересный матч. Команда с третьей строчки турнирной таблицы постарается сделать все возможное, чтобы одержать победу над лидером. Новый фланговый нападающий выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, и команде действительно нужно было усилить атакующую линию. И тренер наконец-то получил в распоряжение игрока, которого очень хотел. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если получится отправить одного-двух игроков контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно так команда сегодня и будет играть. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Игра началась, смотрим. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Угловой удар назначает судья. И прямо в центр штрафной полетел мяч. И выносится мяч из штрафной. Семель Жиго. Есть время и пространство для навеса. Хороший вынос мяча из штрафной. Нет, не дошел этот пас до адреса. Да, этот не точный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Потеря, все, в оборону. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его сопернику.
Все верно. Пора сместить акцент атаки. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. И пробил! Спасает вратарь. Мяч у него. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Вот это пас прекрасный. Отличный пас в разрез. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Подача! Чей мяч будет? Ждем угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Выбит мяч из штрафной. Вот это да! Отлично сыграно. Отличный вынос. Ну, мягче, конечно, нужно было передачу делать. Забирает мяч вратарь после потрясающего выноса буквально с ленточки. Да, момент был очень напряженный. Но забитого мяча мы не увидели. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Атака продолжится через фланг. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Ну, решай же! Отскок в поле от перекладины. Судья показывает, что будет угловой. Центр штрафной, мяч направлен. И покидает мяч штрафной. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Современные технологии говорят, что гола не было. Мы видим, что мяч зацепился за линию, а для взятия ворот он должен полностью эту линию пересечь. Самое скопление игроков, угловой подан. Будет навес. И подача туда, в сторону ворот. От души по мячу он приложился. Навес тут должен последовать. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Защита первая на мяче, вынос. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Даже углового не будет после этой атаки. Удар от ворот. Манчестер Юнайтед сегодня потратил круглую сумму, насколько я знаю, на нового игрока. Это так? Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч.
Друзья, вы поворот-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. И пробил. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Подавай! Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Вратарь намертво забирает мяч. Смесь Жиго. Опасно тут может получиться. И свисток останавливает игру. Офсайд фиксирует линейный арбитр. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Перекладина играет за вратаря. А вот и повтор опасного момента. Максимальный напор сейчас со всех сторон на соперника. Болельщики здорово поддерживают свою команду. Центр штрафной, подан мяч с углового. Удар головой и вратарь на месте. Да, он прекрасно видел момент удара и не сплоховал. Я вообще не думаю, что мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Крайне плохая передача приводит к потере мяча. Мяч вперед идет к чужим воротам. Штрафную подачи и есть там кому сыграть. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Рефери посчитал этот эпизод недостойным карточки. Ограничивается устным предупреждением. Ну, ему, конечно, виднее. Придется с ним согласиться. Для прямого удара расстояние очень приличное. Но, похоже, его это не смущает. Удар! Судья показывает на угол поля. Подали мяч с углового в центр штрафной. Каким-то скомканным получился розыгрыш этого углового, да и удар вышел, ну, совершенно неподготовленным. Несмотря на все усилия, команде все никак не удается забить. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Режет угол, уходит в центр. Какой удар! Такими действиями игру не обострить. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Нужен навес. Навес очень сильным получился, и мяч будет введен в игру из аута.
Теряет атака мяч в штрафной, вынос. Подача на свободного игрока. Вратарь на месте. Удар неопасным получился. Еще 4 минуты проведут команды на поле. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Не очень у него сегодня получается игра. Он совсем ушел в тень, и на поле его почти не видно. Да, нельзя ждать, что нападающий все матчи будет проводить с полной отдачей и на одном уровне, но сегодня он абсолютно незаметен. Нужно активизироваться и все-таки помочь своей команде. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Выбит мяч из штрафной. Очередной точный пас в его исполнении. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. И вратарь забирает этот мяч. Конец первого тайма, счет не открыт, 0-0. Первый тайм на новом для него поле завершен. Как тебе его игра, коллега? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Продолжается наш матч, второй тайм. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Это аут. Обыгрывает он своего соперника. И правильно, долой мяч из штрафной. Удар! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Пас, пас, еще раз пас. Очень много передач у этой команды. Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. Ищет возможность для удара, судя по всему. Важно сделать навес. И подача туда, в сторону ворот. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока. И пробил он по воротам. Забивать надо было, пока ничья.
Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Опасно! Невероятное спасение! Вот хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар. Центр штрафной подан мяч с углового. Просто невероятный перехват. Наносит удар игрок. Вратарь намертво забирает мяч. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Потери и мяч у соперника. Выигрывает борьбу у соперника. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача, оставалось ее только замкнуть. Смотрим повтор гола, прекрасный навес и точное завершение. Просто прекрасно пробил головой. Радуется тренер. Пока все складывается для его команды удачно. Один-ноль в нашей игре. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ни к чему не привел навес. Мяч у защиты в итоге. Хороший вынос мяча из штрафной. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Навес в центр штрафной. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Какая атака, а? Какой гол? Очень здорово сыграно, увидел партнера, моментально выложил передачу и все. Плюсуйте единичку. Такие кроссы он исполняет просто как семечки щелкает. И думаю, что это точно не последний. Хороший гол получился после вот такого навеса. В этом моменте и подача, и завершающий удар. Все было блестяще. Снова равенство на табло 1-1. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Есть удар. Опять угловой. Ну сколько можно уже? Мяч летит в центр штрафной. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Угловой номер... Какой номер?
Центр, штрафной мяч направлен. Борьба на втором этаже успеха не принесла. Удар пришелся мимо цели. Но если команда продолжит так напирать и давить, я думаю, соперник в конце концов все-таки дрогнет. И подача туда, в сторону ворот. Он явно задумывал немного другой навес. Опасно! Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Хорошо мяч перехватили в атаке. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Через фланг идет атака. Есть свободное пространство. Ничья на табло, но команды не согласны с таким исходом. Обе постараются забить, я надеюсь на это. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. И у соперника теперь мяч. Наносит удар игрок. Простили соперника, а ведь лидерство было так близко. Восемь минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. Важно сделать навес. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. И забивают они. Выводит этот гол их вперед. Ну что, чем ответит соперник? Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Ну, тут надо голевую передачу отметить с фланга. Навес получился просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Ну, тут все очень хорошо. Они разыграли. Навес, удар, гол. Отлично, удар головой. Этот игрок умеет так пробить. Радуется тренер. Пока все складывается для его команды удачно. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Не отдает мяч под прессингом. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Грамотный пас, все по делу. Подача, чей мяч будет? Вновь надо выполнять подачу с угла поля. И прямо в центр штрафной мяч летит. И пробил. Вратарь намертво забирает мяч. Навес в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Тут силовая борьба. Жорди Амат. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Есть удар! Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанция для него не проблема.
Все правильно, выбит мяч из штрафной. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Голкипер забирает мяч. Вы только послушайте, как стадион здорово поддерживает свою команду. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдав... Момент! Нет, офсайд! Тут немного силовой бать. Финальный свисток. На самом деле, подобные матчи не только максимальное количество очков в таблицу добавляют, но и уверенности в себе, а это дорогого стоит. И самое главное, в чемпионате любой выигрыш важен для команды. Это пополнение очковой копилки.